спасибо большое, что вы такой помогает молодым семьям. Мы сегодня обновим колесочку, пойдем гулять. Город Москва. Охотный ряд дом 1. Владимиру Жириновскому. Регистрируйтесь и пишите на наш сайт www.ldpr.ru. На правах рекламы. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». В центре реабилитации. Жириновский игрок. Впал в спячку, но периодически просыпается, чтобы перекусить. Как только животное восстановит силы, его вернут обратно в дикую природу. After the beep, say a shortcut menu command, say help at any time for additional instructions. Вы, Светлана Кузнецова, но последние, кстати, большие шаг. Представить сразу три клуба. Наша страна вышла на шестую строчку в рейтинге УЕФА, значит, нам положено уже три места. За это место мы постоянно соревнуемся с португальцами. Вот сейчас последний клуб из этой страны, Порту, вылетел из Еврокубков, обеспечил нам нужную строчку. Участие в Лиге чемпионов могут принять и вице-чемпионы России, а также команды, которые занимают третье место в национальном первенстве. Правда, обладателю бронзовых медалей предстоит пройти через стыковые матчи. Поблагодарить за удачный расклад российским клубам стоит старую сеньору. Итальянский «Ювентус» разобрался с «Порту» в ответном матче 1/8 финала. Со счетом 1-0 черно-белые обыграли дома португальцев, вышли в четвертьфинал. А вот английский клуб «Лестер» в очередной раз удивил любителей футбола. Действующий чемпион Англии, который борется за выживание в национальном турнире, сумел обыграть «Севилью» 2-0 и даже выйти в следующий раунд плей-офф. Это после того, как у главного творца прошлогоднего чуда, главного тренера Клаудио Раньери, просто уволили. Несмотря на то, что в Лиге чемпионов уже не осталось русских клубов, поболеть сегодня будет за кого. Матч «Атлетика БР» отсудит Сергей Карась. У меня 62 рубля 70. Тихон Калугин.
Thank you.
Yeah.